оказался на рельсах в метро. Что делать? Это самый популярный вопрос наших подписчиков. Сейчас расскажем. В первую очередь тебе захочется наступить вот на эту вот удобную подножку, подтянуться, вылезти на платформу, но делать этого ни в коем случае нельзя. Это контактный рельс с опаснейшим для человека напряжением 825 вольт. Держите с него подальше. Итак, первое, посмотри, далеко ли поезд. Если поезд близко, ложись вот в этот вот лоток между рельсами. Лучше лечь головой к поезду, чтобы, проезжая над вами, он не поднял и не зацепил полы длинной одежды. Вот в таком положении вы в полной безопасности. Спокойно лежи под поездом до тех пор, пока за тобой не спустятся работники метро. Если поезд далеко, вот здесь, вдоль путевой стены, подальше от контактного рельса, иди вперед, туда, к часам, до самого конца платформы. Дойди вот до этой полосатой рейки. Здесь ты в безопасности. Жди работников метро, они помогут безопасно подняться на платформу. Если ты травмирован, не можешь идти, не понимаешь, далеко поезд или близко, ложись в лоток, здесь ты точно будешь в безопасности. Кстати, если при тебе человек упал на путь, то нужно идти вот туда, в начало платформы, и подавать вот такие круговые сигналы машинисту. На языке метрополитена и железных дорог этот сигнал означает «стой». Машинист применит экстренное торможение, и, возможно, это спасет чью-то жизнь. Все понятно? Посмотри этот ролик еще раз, чтобы все хорошо запомнить. Ничего, ребят, еще долго.